Здравствуйте! В эфире телевидение Электрогорска и время новостей на нашем канале. В студии Анна Вязгина и прямо сейчас о главных и значимых событиях к этому часу. Почти 2,7 миллиона раз записались жители Подмосковья на прием к врачам с помощью услуги «Электронная регистратура» с начала года, передает пресс-служба первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой. По словам Забраловой, услуга доступна на областном портале госуслуг. Помимо этого, записаться на прием можно по телефону единого колл-центра губернатора Подмосковья 8 800 550 50 30. Первый зампред добавила, что на сайте госуслуг региона также заработал сервис, позволяющий узнать время прибытия бригады скорой помощи. Услуга работает в тестовом режиме. Для сведений жителей Электрогорска дополнительно сообщаем, что в Электрогорской поликлинике существует запись через информат по телефону, через городской телефон 3-14-92, через сотовый телефон 8-496-43-3-14-92. Для того, чтобы записаться по телефону к врачу, пациенту необходимо всего лишь продиктовать номер медицинского полиса. Также можно записаться через интернет по сайту drafmosrec.ru. Электрогорская поликлиника. Также набирайте через полюс и записывайтесь на прием к любому врачу. Есть московский колл-центр губернаторский. Телефон московского губернаторского телефона 8 800 550 50 30. Чтобы у вас не было проблем при пользовании госуслугой электронная регистратура, необходимо предварительно в регистратуре поликлиники завести электронную карту пациента. Если нет электронной карты, вы оформляете в регистратуре. Для этого с собой нужно иметь полис, паспорт и страховой СНИЛС. Руководитель Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Ленара Самединова 17 мая с рабочим визитом побывала на нескольких предприятиях города. Подробнее расскажет Татьяна Пыринова. Для советника председателя Московской областной думы Ленары Самединовой эта поездка в Электрогорск уже не первая. Лидер подмосковного молодежного движения – частый гость городских праздников и мероприятий. Работаю. Веду обширную и по молодежной политике, возглавляю в нашей Московской области молодую гвардию «Единой России», это молодежное крыло нашей партии. Являюсь аспирантом, учусь в Российском государственном университете туризма и сервиса на социологии. На протяжении 2 лет возглавляю молодую гвардию Московской области, являюсь членом общественной палаты. Про деятельность наших организаций рассказывать могу очень долго. Это проектная деятельность, это законотворческая деятельность. Реализуем разные программы, в том числе нашего губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Сегодняшний визит Ленары был по-настоящему рабочим. Она познакомилась с крупнейшими предприятиями города «Элинп» и «Эколаб». Вот это наша первая установка. Раритет. Раритет – это прибор к нам из Грозного. Там вот. И они нам привезли груду металлолома и сказали, ребят, ну вот с этого можно начать. Вот мы с ней и начали. Вот. Ну, привели ее в порядок, в общем, как-то это все дело отладили. Сейчас она у нас работает как часы. Ленара Самединова познакомилась с особенностями производства этих предприятий. Здесь все сделано очень грамотно и, ну так, по-советски. Да. Ну, вот. Поэтому здесь можно там полностью изолировать. Мы же работаем с газами, с водородом и другими, и сероводородом, запах большой. Можно полностью изолировать, и вот ребята на компьютерах работают. Посетила производственные площади, современные складские помещения, ознакомилась с выпускаемой продукцией, узнала о проблемах, которые волнуют руководителей и сотрудников. Здесь у нас приготовление сиропа. Амбраксол, пертусин, салат. Пертусин с детства знакомый. Действительно помогает. Амбраксол – это более современный препарат, но тоже очень действенный. И все пользуется спросом, конечно. Все отлично. Да. Пока такие. Мы регистрируем еще новые препараты. Сиропы, сироп лоротадина у нас есть сейчас на регистрации в Минздраве. Но не скажу, что все гладко идет, но мы стараемся. То есть, что будет-то? А сколько времени требуется для изготовления? 5 часов. 5 часов, да? Варится что-то?
Да, конечно, происходит. То есть это, если это сироп, это приготовление сначала сахарного сиропа. Mm-hmm. Ну, у нас есть сироп не на основе сахара, то есть для детей и для взрослых, которым нельзя сахар. То есть это используем сорбит, допустим. Mm-hmm. Ну, это вот вам про соль. Технологический процесс длится от 7 суток для некоторых препаратов, такие как настоек, и когда вы чабрец готовите, до 5 часов. В ходе рабочей встречи Линара побывала в управляющей компании «Эленком», поговорила с ее работниками. Я никогда не была на управляющих компаниях, не смотрела, как ведется там работа. Для меня сегодня открытие. Наверное, я не там работаю, у вас очень комфортно, очень уютно, мы все время в разъездах. В ходе встреч Линара рассказала о себе и постаралась узнать трудности, с которыми сталкиваются предприятия, поговорила с людьми и узнала их пожелания и чаяния. Отменены льготы по проезду по Москве подмосковных пенсионеров. Это временно или постоянно? Спасибо огромное за вопрос. Начну со второго. Я думаю, что это постоянно. Было это сделано... Потому что огромное количество средств выделяется в столицу в этом плане. И вы знаете, нам конкурировать тяжело, потому что мы регион, находящийся рядом со столицей, окружающий. И у нас очень большая миграция каждый день идет на работу туда. И получается, что люди едут, они там получают зарплату, они там тратят, в основном покупают все, они там покупают и некоторые продукты, они там покупают одежду, проводят свой досуг. И получается, по сути, основную массу денег оставляют тоже в столице и возвращаются к нам как в спальный район. Получается, что они в собственный субъект не вкладывают совершенно, а все средства получаемые, зарабатываемые оставляют там. И это А те обратные, почему же они к нам приезжают и пользуются этими льготами? Они же живут здесь, они здесь прописаны. Получается, что они весь доход оставляют там, а возвращаются сюда в плане ночлега, если можно так сказать. И при расчетах поняли, что огромная львиная доля средств. Делается это, знаете, больше даже на перспективу, для того, чтобы сделать так, чтобы люди не работали и жили там, где живут, работали там, где живут, и не было вот эмиграции. Создавать все условия для развития, для жизни именно в наших городах, подмосковных городах. Конечно, многого за один день не успеть, но рабочая поездка, тем не менее, вышла весьма насыщенной. Были на последнем предприятии на Эколабе, там вообще новейшая техника стоит, очень уютно, очень большой коллектив, на самом деле и увлекательно. И общаясь с коллективом, наверное, стесняются еще пока задавать какие-то и говорить о каких-то проблемах, потому что, когда говорим с руководителем, руководитель может посвятить, в основном проблемы именно предприятия. У всех проблемы с сбытом продукции, которую производят, конкуренция, естественно, очень большая на рынке. Но все отмечают, что сейчас вот этот период санкций, когда стали поддерживать больше наше российское производство, им стало чуть проще дышать. Что касается трудовых коллективов, то я думаю, что наказы свои проблемы, какие-то... просьбы, они смогут сказать чуть позже, когда и увидят уже конкретную работу, и в доверительных таких беседах с руководством откроются, расскажут, и мы уже потом у руководителей заберем эти наказы себе в работу. С наступлением теплого периода года участились случаи электротравматизма у воды со смертельными исходами, в том числе у детей. В целях предупреждения несчастных случаев убедительно просим просмотреть специальный видеоролик, предупреждающий рыбаков об опасности рыбалки вблизи линии электропередач. Помните, что среди пострадавших могут оказаться и ваши близкие. Уважаемые любители рыбной ловли, энергетики Московской объединенной электросетевой компании убедительно просят соблюдать правила поведения вблизи электросетевых объектов. Находясь рядом с водоемами, выбирая место для рыбалки, увлеченно занимаясь любимым делом, не игнорируйте предупреждающие знаки, плакаты и информационные стенды. Они призваны уберечь вас от поражения электрическим током. Помните, удочка – это проводник электрического тока. Касание проводов и даже приближение удочки к ним ближе, чем на 1,5-2 метра, приводит к тяжелой травме и гибели человека. Не допустите трагедии. Берегите себя. Сохраните свою жизнь и жизнь ваших близких. К
21 мая по всей Московской области пройдет предварительное голосование «Единой России» для определения кандидата от партии в Московскую областную думу по 25-му избирательному округу. Жители городов Электросталь, Павловский Посад, Электрогорск, поселения Куровское, Давыдовское, Ильинское и Соболевское Орехово-Зуевского района выберут одного человека, которого партия поддержит и поведет с собой на выборы 10 сентября. В Малом зале Дома культуры состоялись дебаты участников открытого предварительного голосования. Подробности в материалах коллег. Участие в дебатах необходимо каждому кандидату и жителю, для того, чтобы обе стороны могли понимать, с какой программой кандидаты идут на выборы, чего они хотят достичь и как они могут помочь городу. Тема обсуждения – «Молодое поколение. Наше будущее». В дискуссии приняли участие 4 кандидата. Они высказали свое мнение о развитии патриотического воспитания детей и проведении уроков мужества в образовательных учреждениях, а также коснулись вопросов поддержки молодых специалистов. Но главный для нас вопрос, как и для большинства жителей Московской области – жилищный, все еще остается открытым. Есть возможность получить социальную ипотеку в рамках программы «Жилище», но она выдается людям с педагогическим стажем не менее 5 лет. А где учить все это время? Я считаю, что до получения ипотеки необходимо выдавать педагогам жилье по договору социального найма, чтобы они выплачивали только коммунальные услуги. Прозвучали мнения на тему работы с молодежью, взаимодействия с ней и о том, как нужно помогать современному поколению и как передавать опыт. Молодежь 14-15-16-летние в основном свое основное время проводит в школах. Поэтому школа должна сконцентрировать особое внимание для предоставления условий этим подросткам, этой молодежи, и для того, чтобы они смогли развить свои способности и дарования. Молодежь действительно та категория населения, которой нужно в первую очередь просто создать условия для развития. Она очень амбициозна, талантлива, разносторонняя. И если ей будет на какой площадке развиваться, если будут дома молодежи, будут молодежные центры, будут физкультурно-оздоровительные комплексы, будут досуговые центры, площадки воркаута, детские площадки. В общем, все те места, где молодежь может собраться, где она может реализовать свои идеи. Это самое главное, что, по сути, нужно самой молодежи. Заострили внимание на вопросах доступности спортивных секций для молодежи. В частности, речь шла о нехватке специализированных залов и площадок. Я считаю, что депутатам Московской областной думы необходимо обратить внимание конкретно на здоровье нашей молодежи. Избравшись в Москву думу, я бы занялся именно этим вопросом в первую очередь. Ну, сами посудите, интеллектуальная нагрузка в школе, сидячий образ жизни, компьютеры, телевизоры, гаджеты, ну чего только сейчас нет. Все это негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Что с этим делать? Выгонять в дом на турнике, на спортивной площадке? А много ли их у нас? Ну, конечно, нет. Да, то есть, посмотреть, где мы там живем, выйти во двор, то раз-два, и можно сказать, что общался. Я считаю, что как минимум одна спортивная площадка должна быть на 3 двора. Ну, желательно, конечно, чтобы в каждом. Но на текущий период времени вы отлично понимаете, что это нереально. Своим видением путей решения проблем, связанных с развитием физкультуры и спорта, а также осуществлением молодежной политики, поделились учитель русского языка и литературы лицея Электрогорска Виктория Кочеткова, консультант отдела по обеспечению деятельности Советов депутатов городского округа Павловский Посад Лидия Парамонова, руководитель регионального отделения молодой гвардии «Единая Россия», член общественной палаты Московской области, советник председателя Мособлдумы Ленара Самединова, директор комбината школьного питания городского округа Электросталь Виталий Шапарный. После выступления кандидатов у зрителей была возможность задать вопрос каждому выступающему. В завершение кандидаты поблагодарили зрителей за поддержку и внимание. Напоминаем, процедура предварительного голосования состоится 21 мая. Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая с 1993 года. Этот день отражает особое внимание мирового сообщества к проблемам семьи. Каждый год для этой даты выбирается определенная тематика. Тема дня 2017 года – семья, образование и благосостояние. В честь этого дня в Домодедово 17 мая проходит фестиваль домашних пирогов. 300 многодетных семей Подмосковья соревнуются в номинации на лучший семейный пирог. –
Наш город на фестивале представляют две многодетные семьи – Шакировых и Мухаметшиных. Пожелаем им удачи. О результатах смотрите в наших ближайших выпусках. В студии была Анна Вязгина. Желаю вам отличного вечера. До встречи на канале ТВЛ.